Ну, Мурадов, ну, типа, приехал, типа, показать, и суд устроил. Уже никто не хотел ехать вперед дальше. Ну, родные не хотели вести своих пацанов на смерть. Ну, и сами парни были не готовы, и все. Тут он вчера родных разъебал, блядь, показательно их там раздел, нахуй, руки связал, блядь. Они все, их команов укладывали, нахуй, связал руки, нахуй, все. И в этот, нахуй, пазик их загрузил, и все, увезли. А он не ФСБшник, никого, он и сам был, а? Да, конечно, он на своем, он сам был. Да никого ничего не будет в этом сокосе там. Уже все, ну как, уже все известно. Что все известно? Ну да, у нас же и были такие изначально, которые отказывались, и они уехали. Сейчас в отпуске, пацаны, на 60 суток. Где? В отпуске. Ну вы пока сидите, типа ждете, да? Да.